Ну, я к вам приезжал, посмотрел. Три штуки. Со своими боксами. Ты там летал? Рядом летал. На самом этом картодроме не летал. Там три было. В моем время, знаешь, где мы летали? На Локомотиве. Там была стоянка. Потом вошли жоры нам построили один картодром, один круг. Досаповская база. Но потом у нас ее отобрали и построили вот этот, как его, Густави. А ваши дворы там сейчас стоят эти, спецназ. Так, ну ладненько. Сейчас ты, знаешь, полегче поставил, да? Не, тяжелее. Тяжелее? Знаешь что, она не сильно тяжелее. Это где-то 150-160 грамм, а это 100-190 грамм. Ну, 40 грамм тяжелее. Но из-за того, что она 3С, у нее этот пропеллер нужны другие. Оборотов-то меньше. Но все равно взлетает. Не такой резвый на газ, но... Да, но все равно этот... На полгаза летит, а что еще надо? Вот этот тебе полетел, квадрокоптер. Ему сюда вот сейчас на эти нужны 8-дюймовые винты. Но легко летит. Вот сейчас полгаза даже. И все равно этот. Дай нахер квадрокоптер. Нахер расчерстал. Звезда ушла, смотри. Она вертикаль. Да, она вертикаль идет. На восьмерках, если восьмерки поставить, или семерки трехлопастные, тоже будет здорово. А как на реданчике держится. Икра на лед. Опа.
Сандро! Адеки! Сел, ноги свесил, это с причала. Ты знаешь что? Он у меня на ВДНХ чуть, знаешь, что это бассейн там, где да. Лебеди. Вот так упал. Я еле успел добежать, что плавать не умею. Что ты хотел сказать? Я говорю, коптер над озером гонять чревато. У него плавучесть отрицательная. Согласен. Ты видел, что русские изобрели? Что? Вот эти квадрокоптеры с этим, как его, с топливными элементами. Да, это давно уже ходит дело. Я первый раз. Но пока это настолько дорого, что даже не интересно. Блин, какая тут турбулентность сильная. Я говорю, ветер со спины и из-за деревьев тут такой рваный воздух. Видишь, как подбрасывает, нет? Да, но... Чпок! Ава, поворот! 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 Нет, это такой материал есть, но его применяют в отделочных работах или теплоизоляция, называется депрон. Листовой пенопласт 3 мм. Но он чем отличается? Вот есть точно такая же подложка под ламинат. Но у нее корочка с одной стороны, а у этого корочка спечена с двух сторон, поэтому он такой, более жесткий. В этом есть горли. Осторожно. Нет, прям там... листами разного этого. Но не депрон, по этот как его.